Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления плова. Нам потребуется 0,5 кг говядины, 0,5 кг риса для плова, 2 большие морковки, 1 большая луковица, 5 или 6 зубчиков чеснока. Зубчики чеснока чистить не надо. Растительное масло, барбарис, соль, молотый черный перец, молотая паприка, перец горошек, молотый кориандр и карри. Готовить плов мы будем в казане. Вместимость данного казана 3 литра. Режем морковку соломкой. Режем лук. Рис в миске моем водой, пока вода не станет вот такой прозрачной. Включаем огонь. Когда казан нагреется, добавляем растительное масло. Обжариваем лук. Лук немного обжарился, подрумянился. Сейчас сюда добавим мясо и будем обжаривать дальше. Мясо обжаривалось 15 минут. Сейчас мы добавим морковь, барбарис и все перемешаем. Морковь и барбарис обжарились 2 минуты. Теперь добавим соль и специи по вкусу. Соль со специями перемешали. Добавили кипятка. И даем покипеть минут 15. Прошло 15 минут. Теперь надо зубчики чеснока по периметру аккуратно положить в казан и засыпать рис. Рис разровняли ложкой и добавили кипятка, так, чтобы он только-только покрывал рис. Казан накрыли крышкой, сбавили огонь и варим плов на медленном огне 30 минут. Прошло 30 минут, выключили огонь. И оставляем казан на плите с закрытой крышкой еще на 15-20 минут. Казан с закрытой крышкой стоял 20 минут. Крышку открыли и сейчас перемешаем плов в казане. Плов перемешали в казане и убрали из него зубчики чеснока. Плов готов. Желаем вам удачи и приятного аппетита!